Нужно вернуть государству незаконно приватизированные в 90-е годы предприятия и объекты. Об этом глава ГКНБ Камчи Бекташиев заявил во время встречи с жителями Карасуйского района. Он отметил, что имущество богатых будут проверять на законность. В прошлые смутные времена они покупали народное богатство, предприятия задешево или приватизировали коррупционным путем. Они завладели народным имуществом и богатели на протяжении 30 лет. Все это нужно вернуть. Это богатство народа. Богатеть должны не несколько человек, а весь народ, сказал Камчибек Ташиев. В Джалалабадской области вернули 3 крупные базы. На их месте мы построим школу и дом для государственной ипотечной компании. Возвращенные земли будут использованы для общественных нужд. Там построят школы и жилье. Несколько человек захватили богатство миллионов кыргызстанцев. Все это нужно вернуть государству.